Тверской области отменено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на территории лесного фонда региона. Соответствующий приказ опубликовало Министерство лесного комплекса Верхневолжья. Однако до 1 сентября 2022 года действует особый противопожарный режим. Запрещено разжигание костров, сжигание мусора, сухой травы, порубочных остатков в лесах. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по бесплатному телефону горячей линии Министерства 8 800 190 25 или по телефону службы спасения 112.